Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем монтировать две теплицы, два павильона. Один шириной 2,5, длиной 4, другой шириной 3, длиной 8 метров. Пока приехали, раскладываемся и приступаем к сборке. У нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицы, павильоны, 2 штуки, 2,5 на 4 и 3 на 8. 2,5 на 4 цельные двери по торцам. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 40 столбы, арка 20 на 40, арка в виде фермы. Имеется коньковая фрамуга на газлифтах. Имеются диагональные усилители, система подвязки. Каркас покрашен полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Так, проходим теплицу насквозь и идем к большому павильону. Большой 3 на 8. Все то же самое. Только двери с форточками стоят. И есть стеновые фрамуги, тоже на газлифтах. Также есть коньковые, на газлифте есть система подвески. Каркас по такому же принципу сделан, только шириной 3 метра. Столбы 40 на 40, арка в виде фермы 40 на 20. Также все полимеропорошковым способом выкрашено. Диагональные усилители, так как теплица длиннее, их тут чуть больше. Точно такой же брус 100 на 100, точно так же закреплен в земле с помощью якорей. Поликарбонат какой? Точно такой же. 4 мм, 0,7 плотность. Вот такие две отличные теплицы у нас получились. Два павильона на одном участке. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!